полетели частных привезли такое вот устройство под названием гранулятор, необходимый для переработки более габаритных материалов, металлов, более мелкие гранулы. Данное устройство подсоединяется вместо вакуумной камеры, подводится подача воды, которая циркулирует снизу вверх. Сам материал, который плавится, в данном случае это медные отходы с производства Горынычей, загружается в плавильную камеру, то есть иги, где они плавятся. Далее запускается специальная программа гранулирования. Конечный результат грануляции выглядит примерно вот так.